Намасте. Я приветствую своих друзей, своих учеников йоги. И я хочу поделиться с вами своими новостями и тем, где можно со мной попрактиковать в этом году. Как вы видите, я на моих любимых Мальдивах. Это мое самое главное место силы. И кроме традиционного преподавания йоги в лучших отелях Мальдив, в этом году я организовываю авторский йога-тур на небольшой остров. И идея этого авторского тура в том, чтобы дать вам возможность глубоко погрузиться в практику, понять все аспекты и нюансы практики и внедрить йогу в вашу жизнь. Я знаю, что многие из вас практикуют на Мальдивах, вдохновляются практикой, но потом приезжают домой, на вас наваливаются дела, и вы все забрасываете, хотите вернуться, но все никак не хватает времени на йогу, да, никак не хватает времени на себя. И эта поездка сделана специально для того, чтобы вы могли все свои дела отставить в сторону и дать возможность йоге преобразить вашу жизнь. То есть это поездка с акцентом на практику. Это не просто отдых на Мальдивах, хотя там место действительно удивительно красивое. Это регион Мальдив, который находится под охраной ЮНЕСКО. Это известное место, рядом бухта с огромным количеством мант. В общем, там есть что посмотреть. Но это не главный аспект поездки. Главное – это практика. Если вы устали от суеты, от того, что вам не хватает времени на себя и на свое развитие, от гонки и от высокой скорости жизни в городе, я вам предлагаю приехать на Мальдивы и замедлиться. Здесь те, кто бывал, знают само место, сами острова, они очень располагают к тому, чтобы замедлиться, остановиться, переосмыслить свою жизнь, насладиться настоящим моментом, перестать бежать в будущее, перестать сильно беспокоиться о прошлом. Просто это место, где вы проживаете каждую минуту с удовольствием, с радостью, с благодарностью. И представьте поездку на Мальдивы с тремя практиками йоги в день. Имеется в виду и практика хатха-йоги, и виньясы, и йоги в гамаках, и, естественно, пранаямы, медитации, йога-нидры, то есть техник расслабления, техник очищения и техник для набора энергии. И представьте, что вы приедете домой, понимая, что вам нужно делать в практике, когда и как. И вы сможете заниматься самостоятельно, и я вам гарантирую, что вы научитесь выделять время для йоги, потому что вы прочувствуете, что практика, она не забирает ваше время, она вам дает время благодаря вашему хорошему самочувствию, вашей концентрации, вашему высокому уровню энергии. Практика вам дает очень много всего. Я вас приглашаю. Эта поездка будет проходить с 1 по 9 ноября этого года, то есть уже очень скоро. Поэтому не откладывайте на потом. Если вы хотите присоединиться, пишите, задавайте вопросы. По уровню практики в эту поездку могут поехать и те люди, которые уже практикуют, и те, кто практикует пока что не очень регулярно. И если у вас есть друзья, которые очень интересуются йогой, но все никак не могут начать, вот это как раз тоже поездка для них, потому что будет маленькая группа, максимум 14 человек, и я буду рассказывать все сначала, давая разные варианты практик, разные уровни сложности, чтобы каждому было интересно и чтобы у каждого был прогресс. Так что пишите, буду очень рада вас видеть, и намасте!